Всего в этом году в Бийске планируется отремонтировать 15 участков дорог, то есть более 14 километров улиц. Две из них, проспект Сергея Кирова и улица Сенная, уже на этапе сдачи в эксплуатацию. На первом объекте обустроили тротуары, положили новый асфальт взамен старого, уложили бордюрный камень. На улице Сенная, кроме запланированного ремонта, проработали и вопрос с проблемной вот уже несколько лет ливневой канализацией. На Сенной были проблемы с водоотводом. Но с администрацией решили и выполнили два участка ливневой канализации. На остальных объектах, которые ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», работы также ведутся в графике. Еще несколько улиц уже на подходе к сдаче. Далее у нас по условиям контрактов на выходе еще несколько улиц. Это улица Ленинградская, улица Пушкина и улица Ленина в поселке Фоминское. Кроме того, улица Каховская – это объект, который появился в этом году в связи с тем, что дважды не состоялись торги по улице Ташкентской в поселке Сорокино. И с учетом уже ограниченных сроков мы вынуждены были взять другую улицу, чтобы выполнить те объемы работ, которые у нас плановые стоят в показателях этого года, и закончить, соответственно, все ремонтные работы в теплый период времени. К сожалению, в этом году нарекания у некоторых бийчан вызвал комплексный ремонт дорог в Приобском районе, где разобрали сразу три параллельные улицы – Ленинградскую, 8 марта и переулок Липового. Однако комплексный ремонт должен себя оправдать. Сами автомобильные дороги, к сожалению, довольно-таки узкие. Ну, так строился город, и возможности расширить практически нет. Соответственно, для того, чтобы ликвидировать пробки на центральных наших магистральных улицах, необходимо ремонтировать и параллельные, и обходные маршруты, разбивать транспортный поток и тем самым создавать комфорт для передвижения по городу, все-таки снизить автомобильный трафик на центральных улицах и создать нормальные, в том числе экологические условия. Всего в этом году на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта запланировано порядка 570 миллионов рублей. Город, в свою очередь, уделил внимание еще и проблеме ливневых канализаций, направив более 10 миллионов рублей из собственных средств на их ремонт и обустройство по улицам Ленинградская, Сенная и переулку Николая Липового. В целом ремонтная кампания сегодня идет в графике. Дорожники стараются все успеть сделать в этом ремонтном сезоне. Будем следить за развитием событий. Интернет-канал «Наш Бийск» на ладони.